в аэропорту Дон Муанг и остановились здесь покушать. Так, вот буду держать. Здесь большой фудкорт. Мы купили стандартное для нас блюдо Алиса курицу. В этот раз жареную решила я, утку с лапшой. Цены примерно по 80 бат. Фудкорт очень большой, так что не переживайте. Если не успели покушать, здесь можно нормально, в нормальной ценовой политике покушать. Сидим, ждем вылета. Вы знаете, сейчас появились такие сумки, которые нужно купить, чтобы сохранять вашу дорогую сумку в хорошем состоянии, чтобы она не портилась во время поездок. Первое впечатление о поездке. Нужно сразу брать такси. Спотается 1500 бат, потому что за все про все мы поехали на автобусе, мы столько же и заплатили. Потому что билет из Паттайи до Мачита стоит 117 бат на человека, включая Алису. Еще 200 бат мы заплатили за то, чтобы перевезли наш большой чемодан с велосипедом. А потом от Мачита до сюда мы еще заплатили 350 бат за такси. Вот, поэтому было бы намного проще, легче и веселее, и быстрее и сразу взять такси. Близко мы, прям на тучи близко. Что, ребята, мы зашли прямо только что в наш номер, который мы арендовали на Пхукете на 5 дней. Это Конда отель. То есть это такие квартирки небольшие с обслуживанием, как в отеле. Стоит это чуть больше 1000 бат. Здесь есть кухня, здесь есть выделенная зона спальни и выделенная зона гостиной, где я сейчас нахожусь. Давайте посмотрим. Телевизор есть, Wi-Fi, конечно же, включен. Очень все чистенько, красивенько. А тут хороший вид из окна. А тут еще такой стульчик есть. Красиво, вот здесь такой хороший у нас вид, мне нравится. И вот еще стульчик. Стульчик, чтобы работать, да, можно сесть здесь и работать. И сюда. Давай. Вот бассейн. Вот бассейн, но это чужой, у нас есть свой, да? Вот, и здесь вот кухня тоже отдельно выделенная. Удобно. Даже тостер есть. Мама. Можем тосты готовить. Чайник. Мама. Вода, Мама. Кофе. А? Ты мне купальник взяла? Конечно. Конечно, взяла купальник. Выглядит здесь ванная комната, здесь даже фен есть, это хорошо. А, полотенце все есть. Прекрасно. Туалет, правда, не очень мне нравится, как помыть. Тебе нравится? Да. Мне тоже. Ой, как прыга на штучке. 1000 бат вообще. И лежать. Здесь стол у нас для обеда. Можно прыгать на штучке и лежать. Да. Триатлон. Я про нее буду снимать отдельное видео, но вкратце расскажу. Значит, Дима занимается триатлоном, он давно записался на это соревнование. Я же буду его поддерживать и пробегу 10 километров.
там фан-ран будет, да? То есть веселый забег для жен, для детей, для, в общем, поддерживающих основных спортсменов, триатлонистов. Вот для них и устраивают такие вот дополнительные соревнования. Также будут соревнования для детей. Надо будет пробежать 2 километра, но Алиса, конечно, еще маленькая для 2 километров, поэтому мы в нем участвовать не будем. Будет большое интересное экспо, и вообще я думаю, что все будет очень весело, интересно и красочно, и будет и салют, и музыка, и вечеринка после того, как это мероприятие закончится. Так что, кому интересно, добро пожаловать в следующее видео про нашу поездку на Пхукет, которая расскажет вам именно об этом мероприятии. Остальные дни, кроме вот этих 2 дней, мы планируем провести в пляжном отдыхе. Сегодня решили уже никуда не ехать, ни на какой пляж, потому что мы только что прилетели. И сейчас поплаваем в бассейне, а потом мы закажем еду из местного ресторана домой и посмотрим, что из этого будет. Всем привет, друзья! И мы наконец-то добрались до пляжа Бангтао. Напомню, что наш отель находится между пляжем Бангтао и Сурин. Именно на пляже Бангтао у Димы будет проходить его триатлон. Он тут будет заплыв устраивать. А на пляже Бангтао находится комплекс «Лагуна» с такими пресными озерами. И фишка этого триатлона будет в том, что он будет заплывать в море, потом пробегать через узкую полоску песка и дальше плыть уже в пресной воде. Держись, держись крепко, Алиса. Запрыгнуть сюда в воду, народу вообще нет, потому что он на самом деле огромный, и здесь как-то все рассасываются. Сейчас что у нас? Середина ноября, то есть начало сезона, в принципе, здесь уже должно быть большое количество народу. Но вот вы подписали, что этот пляж не, скажем так, не очень людный, потому что он один из самых дорогих пляжей на острове. Проживание на этом пляже очень дорогое. И в лагуне, в комплексе, куда мы пойдем завтра, где мы будем гулять, проживание может доходить до 1000 долларов за ночь. Давай, беги! Сюда! Да! Вот сюда, беги, беги! Такой вау! Я тебя заметлю! На камере! Будешь такой из пучины морской. Лизка, ну что, расскажи, как пляж тебе? Все хорошо. Что тебе здесь нравится? И песочек. Песок классный, да? Ну вот здесь вот, где Алиса сидит, он еще крупный, а вот там пониже он мелкий и скрипит, да? Я скриплю. Скрипишь? Так, мы купили, Борис, покажи мне, какой набор вы купили. Говорил за 100, купили за 80 в результате. Здесь вот 2 ресторана, про которые все говорят, такие уличные ресторанчики. Зеленый листок называется, Green Leaf, и Golden Fish, золотая рыбка. Вроде как они абсолютно одинаковые, с одинаковым меню, но пишут, что в Golden Fish как-то типа вкуснее. По крайней мере, я так поняла по отзывам. Вот он находится, этот ресторан Golden Fish. Я думаю, что мы здесь сегодня пообедаем.
знаю даже, с каким пляжем, допустим, на Саму его можно сравнить. Ни с каким. Тут и все классно, и песок, и вода, и живописно, и народу нет. Смотрите, какие здесь домики прямо на берегу моря. Я бы не отказалась здесь отдохнуть, надо посмотреть, сколько стоит. И напишу вам поверх видео. Так, мы приехали в ресторан нашего отеля. Я заказала себе фуд-салат остренький. И Дима заказал свой любимый банан-карри. Алисина паста. И еще наши спрингроллы с крабом. Пришли обедать в кафе Хилмуна, это кафе нашего отеля, хотела вам показать. Вот такой шикарный стейк у меня из тунца за 100 бат. В общем, все очень вкусно, кофе всего 40 бат. Мы очень советуем это заведение. Нам понравилось, мы тоже кушаем второй раз. Сейчас еще Диме принесут бургер и принесут еще жареный рис. И жареный рис тут по 60 бат, бургер 80, да, по-моему, самый стандартный. Чизбургер за 80, сейчас вам покажу. Чизбургер. Еще на Пхукете очень много девушек с покрытой головой. В разы больше, чем у нас. Даже вокруг нашего дома хватает три мечети. Но здесь концентрация девушек с покрытыми головами больше раза в три. Это кафе находится напротив Теска Лотоса. Если стоять спиной к Теска Лотосу, то чуть-чуть с правой стороны. Называется Килмуна. Здесь есть кондиционированное помещение и столики на улице тоже есть. А сейчас будет завершение нашего триатлонного сейшена, феерическое завершение. Это вечеринка Award, которая будет проходить в пляжном клубе. Вот мы сейчас уже сюда приехали, еще не зашли. А будет коктейль-пати, буфет, возможно, какие-то выступления, музыка живая, дискотека. В общем, должно быть круто. Вот мы уже сюда пришли. И сегодня увидим закат на пляже Бангтао. Сурин. Это пляж, который граничит с предыдущим пляжем Бангтао. Он очень такой маленький, уютный. И если честно, Бангтао мне понравился больше, потому что там и песок чище, и как-то масштаб этот очень радует. Но Сурин тоже очень милый. Такая вот бухточка, огражденная с двух сторон камнями. Сегодня большие волны. Не знаю, это связано с тем, что это пляж Сурин, или с тем, что и на Бангтао сегодня тоже большие волны. Очень красиво, наверное, как везде на Пхукете. Океан, но все-таки нечто другое, не то, что Сиамский залив наш, море, да, море-океан. Бирюзовая абсолютно вода. И сейчас волны, потому что сейчас ноябрь, а это пока еще не сезон на Пхукете. Дорога небольшая, на ней макашницы стоят. Кукуруза, фрукты, панкейки тайские. То есть, в принципе, конечно, здесь есть чем
что покушать. Роти, блинчики. Даже бургеры есть. Там за ними столики. В основном панкейки. Рыба, курица. В общем, перекусить здесь можно. И прям около пляжа находится большой 7-Eleven с кофе и со всеми другими признаками цивилизации. Смотрите, какие цветочки окружают.